В Афинах ищут напавших на посольство Израиля. По сообщению полиции, четверо нападавших подъехали к депмиссии на двух мотоциклах и открыли огонь из автоматов Калашникова. Поли повредили стены и разбили стекла в здании. К счастью, ни внутри, ни на улице никто не пострадал. Причина обстрела пока неизвестна. СМИ выдвигают две версии. Либо это следы палестинско-израильского конфликта. Накануне в Афинах прошли пропалестинские демонстрации. Либо это дело рук греческих анархистов. В прошлом году они таким же образом обстреляли немецкое посольство. Нападавших сейчас ищут, а посольство получило усиленную охрану.